Без дополнительных иностранных кредитов Украину ждет дефолт, заявил премьер-министр страны Арсений Яценюк. Он обратился к парламенту с призывом организовать международную донорскую конференцию. Новые заимствования, по его словам, необходимы на реформы, проведение которых стало условием получения кредитов от МВФ. На наступный рик. В следующем году, вдобавок к программе МВФ, и это сказали не мы, а Financial Times, необходимы 15 миллиардов долларов. Для того, чтобы получить финансовую помощь и выжить в это сложное время, для того, чтобы предотвратить дефолт, нам нужна международная донорская конференция, принятие на ней плана по восстановлению Украины и помощь от западных партнеров. Правительство Яценюка планирует реформировать налоговую систему, повысить тарифы на электроэнергию и приватизировать государственные предприятия. Украина уже получила два транша от МВФ в размере 4,6 миллиарда долларов. Но падающая гривна и выплаты России газовых долгов истощили государственные резервы иностранной валюты. Экономика страны также страдает от боевых действий в Донбассе, на которые ранее приходилось 1/6 ВВП и 1/4 промышленного производства.